саженцы сирени обыкновенной память о вихове, Syringa vulgaris, привлекательны высокими декоративными качествами. Кустарник вырастает в высоту до 2 метров, в меру компактен, формирует округлую крону. Сорт относится к среднему сроку цветения. Благодаря красивым темно-зеленым листьям сохраняет декоративность до заморозков. Сирень формирует округлые, густые соцветия. Цветки лиловые, с нижней стороны пурпурно-фиолетовые. Имеет приятный аромат. Память о вихове начинает цветение в возрасте 3-4 лет. Растение предпочитает плодородные влажные почвы. Хорошо себя чувствует на солнечных участках и в полутени. Сирень – обыкновенная память о вихове – это многолетнее растение. Сирень прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для плодородных почв. По типу ствола сирень – обыкновенная память о вихове можно отнести к группе кустарники. Тип роста этого симпатичного растения – среднерослый. Расцветает сирень – обыкновенная память о вихове в месяц мая-июнь. Цветок окрашен в лиловое, с нижней стороны фиолетово-пурпурный цвет. Лист этого прекрасного растения по форме сердцевидный. Обратите внимание, что сирень – обыкновенная память о вихове, самоопыляемый, обоеполый сорт. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.